Приветствую, меня зовут Евгений Лебедь. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о таком формате перевоза, как каботажные. Давайте изначально, чтобы разобраться в них, поймем, что это за перевозки. Когда происходит перевозка иностранным контрагентом, то есть иностранной транспортной компании, в региональных перевозках другой страны. Например, украинский перевозчик хочет сделать перевозку внутри Германии. На самом деле во многих странах такие перевозки попросту запрещены, но иногда они просто минимизированы. Для того, чтобы делать такую перевозку, украинская компания должна иметь определенные лицензии только в этом случае. Для чего делаются такие ограничения? Например, если мы берем формат Германии и где это запрещено, это делается для того, чтобы поддержать немецкие транспортные компании, чтобы они могли совершать региональные перевозки внутри Германии и, соответственно, развиваться и давать ВВП Германии. Для этого иностранные перевозки не допускаются туда. Соответственно, украинские перевозчики могут делать только экспортные или импортные перевозки из Германии в Украину и наоборот. Ни в коем случае не идите на то, чтобы делать такие перевозки и дозаработать какие-то 100-200 евро, потому что штрафные санкции в таком формате очень велики, и большая вероятность в том, что ваш автомобиль могут поставить на площадку, и вы получите большие штрафы.